Бывшего следователя отправили на 20 лет в колонию строгого режима за похищение и убийство копейского предпринимателя. Вместе с ним за решетку только на 15 лет попал и его друг. Также полицейского лишили звания лейтенанта юстиции. Напомним, по данным прокуратуры, убийство бизнесмена было не первым преступлением компании бывшего полицейского. Обо всем стало известно, когда в марте прошлого года в 02 позвонила женщина и сообщила о подозрительной машине во дворе дома. Выяснилось, иномарка принадлежит пропавшему накануне бизнесмену. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Экс-следователь и его друг узнали, что на счетах бизнесмена хранится 16 миллионов рублей. И решили похитить коммерсанта. К делу привлекли еще одного знакомого. Ему выдали поддельную корочку полицейского. Для этого в распоряжение соучастников Черепанов предоставил личный автомобиль «Джип Либерти», приобрел наручники и аэрозольный баллон-распылитель для государственных военизированных организаций. А Гастев приобрел веревку для удушения потерпевшего и предоставил в распоряжение соучастников охолощенный пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, похищенный Гастевым при совершении другого преступления. Позже по подозрению в расправе задержали двух челябинцев и полицейского, а через некоторое время обнаружили тело бизнесмена. Один из приятелей банды пошел на сделку и все рассказал. Выяснилось, коммерсанта убили, так как тот якобы не заплатил за ремонт. Участники переместили потерпевшего на безлюдный участок местности в городе Копейске, где напали на него. При этом Гастев избил его руками, пистолетом и камнем, требуя предоставить сведения о кодах доступа к мобильному банку и банковским картам. А Шель следил, чтобы потерпевший не убежал, угрожая ему пистолетом. Не добившись в результате разбойного нападения цели хищения денежных средств и опасаясь быть разоблаченными в результате обращения потерпевшего в правоохранительные органы, Гастев накинул на шею потерпевшему веревку и стал душить ею потерпевшего до тех пор, пока она не порвалась. После этого Черепанов передал Гастеву имевшийся в багажном отделении его автомобиля буксировочный трос, которым Гастев и задушил потерпевшего. Кроме расправы над бизнесменом, двум из них дополнительно вменяли разбойное нападение на еще одного состоятельного челябинца. Третий их соучастник пошел на сделку со следствием и уже получил приговор 19 лет заключения. И вот полицейского и его друга тоже осудили. Первого отправили за решетку на 20 лет, второго на 15.